Добрый день всем, добрые зрители доброго канала. Такая моя большая дружная семья. Здравствуйте, с вами, как всегда, мы, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Данный ролик у нас сегодня приютских собачек. Сейчас вы увидите наших детей, которые ищут маму и папу. Теперь каждый месяц мы еще будем в конце месяца делать рубрику со всеми нашими собачками. Их 87. И я надеюсь, что кто-то из наших детей, может быть, даже здесь, на YouTube-канале, с помощью вас, моя такая большая дружная семья, найдет своих мам и пап, свою любящую семью. У нас собак агрессивных нет, у нас все собачки такие дети-дети, всех мы любим, за всеми ухаживаем, все очень умные и, конечно, все, тем не менее, хотят свой дом, свой диван, своих родителей. Еще, девочки, в очередной раз обращаюсь к вам ко всем. Пожалуйста, комментируйте. Каждый ваш комментарий дает нам шанс выдвинуть наш ролик в топ лучших роликов. И больше людей могут узнать о нас, о наших детях и о нашем приюте. Не менее 500 комментариев. Пожалуйста, пишите, не ленитесь. Спасибо за просмотр обязательно, за лайки. Всего вам хорошего. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.